Привет, Соня. Привет. У тебя родители дома? Да, а что? Не верим. В смысле? Просто не верь. Запрись в комнате. Почему? Что случилось? Потом. Кончается зарядка. Если смогу, напишу тебе через час. Не открываем дверь и не выходи. Привет, Маш. Ты не знаешь, что с Тимом? Мне кажется, он не в себе. Маш, ты меня слышишь? Привет. Напомни, кто такой Тим? Ты серьезно? Маш, Тим, мы дружим с ним уже 3 года. Ты тоже. А, нашла. Спасибо. Маша, Тим меня напугал, а теперь и ты пугаешь. Маш, можно я тебе позвоню? Извини, но нет. Почему? Я занята. Чем ты так занята, что не можешь говорить? Я занята. Ты меня испугал. Я заперла двери, как ты и сказал. Я сижу здесь уже час. Честно говоря, я хочу пить в туалет. Тим, я тебя совсем не понимаю. Родители вполне нормально себя ведут. Сидят, смотрят телевизор. Какой-то ужастик, что ли. Кто-то рыдает. Родители смеются и шутят друг с другом. У них редко такое настроение, вообще-то. Тим, ты обещал через час. Вообще, странный у них ужастик.